Всем привет! Сегодня свежим браслет, называется кольчатая кобра. Для этого нам понадобится два куска паракорда, примерно по 2 метра, на запястье 21 сантиметр. Так, начинаем с обычного узла кобра. Это будет основа. Делаем петлю посередине. Берем второй шнурок. Точно так же делим его на две части. Одну петлю в другую. И делаем узел кобра. В одном из прошлых видео показывал, как он делается. Так, хоп, завязали. Регулируем петлю. И еще раз. Раз. Два. Так, это начало нашего браслета. Теперь что нужно сделать? Берем основной паракорд. Перекидываем его через правый хвостик и в петлю пропускаем сюда. Подтягиваем. Вот так у нас должно получиться. Берем этот хвост, теперь снизу пропускаем и в эту петлю продеваем. Подтягиваем. По итогу должно получиться вот так. С другой стороны то же самое. Затягиваем. Вот так должно получиться. И опять делаем узел кобра. Один и второй. На выходе получаем вот такой рисунок. Еще раз. Сверху и в петлю. Продели. Затянули. Второй вниз и в петлю. Затянули. С другой стороны все то же самое. Тянули, подтянули к нашему основанию. И сделали два узла
слово кобра. Так, доплели браслет. Вот такой рисунок получается на нем. Избавляемся от лишних хвостов. Делаем застежку. Я буду делать бриллиантовый узел. Видео есть на канале с инструкцией. Кому нужно, посмотрите. Ну вот, собственно, застежка тоже сделана. Мне браслет понравился тем, что он мягенький. Ну, так выглядит на руке. Симпатичный рисунок. Кому видео понравилось, ставите лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, буду рад вам. А дальше будут более интересные узлы, более интересные браслеты. Скоро должны приехать бусины, будем делать темляки из паракорда для ножей с бусинами. Всем пока!